Всем привет! Попробуем сейчас выгулять нашу новую крыску. Она у нас уже несколько недель живет. Латте, иди сюда. Зовут ее Латте. Так. Сейчас, секундочку. Все. Она очень интересно себя ведет. Необычно. Я вот не могу понять, то ли у нее паразиты, но я уже от нее, уже от них обработала стоунхолдом 60%. То ли она так метит территорию. Вот сейчас попробую вам. Если она будет так себя вести, я думаю, что вы тоже удивитесь. Так, где же наше чудо? Она еще не совсем ручная, но уже, по крайней мере, не боится рук. Очень такая деловая барышня. Очень красиво, видите, у нее такой, даже не знаю, как описать. Ну, называется вроде как, посмотрела я по всем разновидности, как бурмис называется. Как она вот сейчас? Она обычно начинает как-то тереться странно. И, извините, попой ездить по этому, по покрывалу. Вот, мы ее купили в зоомагазине. Не-не-не, туда нельзя. Вот. Иди сюда. Так, ее сложно, конечно, так застать. Вот вынюхивает сейчас тут. Мальчики гуляли. Она родилась по паспорту 30.06, то есть в июне, в конце июня. То есть ей уже 2 месяца. Да, да, ну быстро-быстро бегать, девочка. Не успеваю ее. Ну покажи, как ты. Во, ну-ну-ну. Как ты делаешь? А ты? Латуська. Ой. Очень красивый у нее окрас, просто такой почти какао, красивый очень, но она еще маленькая. Не-не-не, она раз у меня так, слушайте, упала с дивана, спрыгнула, боже, как я ее потом выманивала, это было нечто, у меня с передвижением мебели, она же не ручная еще тогда была, нельзя, ну все, так, ну не хочет показывать, ну по крайней мере мы познакомились сегодня, да? Познакомились сегодня с тобой? Иди сюда. Она пока сидит на карантине, мы ее обработали, вот изучаем вопрос, что же это может быть. Вот не захотела она без сегодня выступать и показывать, как она все наделает. Так. Латте, ты где? Где красавица? Вот это получается, я днем ее сейчас выгуливаю, чтобы специально заснять видео, потому что тогда более-менее похожая окраска на настоящую, как она есть. А вечером, получается, от освещения очень много зависит.